Добрая миссия для духовного взбогачения, выхования и эдукации. Новый христианский социальный центр, освещенный в столице. Ранее на этом месте по улице Серафимовича была школа, затем будинок долгий час пустовал. И вот, нарешті, после долгой реконструкции тут и снова будут гучать дитячие голосы. Урочистую службу с нагоды открытия первой и одиной такого кшталта установы у Минску узначали у митрополит Минско-Могилевский арцибискуп Тадеуш Кондрусевич. И он же освятил и новую каплю. Это наиперше центр, где будет формоваться человек, будучи формоваться, не только ему треба дать ведение, как он там повинен поводить себя, но формоваться так само и на духовных каштовностях. Для этого тут и освящается эта каплица, где будет читаться Божье Слово, где будут собираться сакраменты. Новый центр смогут наведывать 130 детей разных христианских конфессий. На трех поверхах открытые утульные адукационные классы, творчие майстерни, где смогут заниматься у темлику и дети с заближаванными махчимостями. Центр узведенный будет працевать под патронатом сестер Уршулянок, а его духовная опекунка – святая Уршуля Ледуховская, якая в свой час и распочала справу выхования детей молоди. Мы занимаемся выхованием, выхованием религийным, а лишь, конечно, так само імкнемся допомогчи детям у эдукации. Идея такая, как допомогчи тим мамам, у яких особливые дети, скажем, с некими там обмежеваниями, как они так само могли покинуть это дитя, скажем, такий садок для таких детей. Благословение от Папы Римского усім удельникам урочистості и выхованцам нового христианского социального центра передал посол Ватикана в Беларуси арцибіскуп Габор Пінтер. Занятки тут распочнутся у вересня.